Вот это самое лучшее. Я ее себе на аватар, на памятник отобрала на всякий случай. Теперь надо написать статус. Статус в поиске. Думаешь, кому-то это интересно? Надо что-то, что ты хочешь крикнуть всему миру! Ну давай, кричи! Кто тронет мои кабачки, убью! Я вот только не пойму, мы семья или собутыльники? Цветы, цветы, свежие цветы, подходим, покупаем. Кто букетика не купит, тот Веру Брежневу не любит. Подходим, покупаем. Цветочек, товар надо продавать лицом, а не в лицо. А ты меня торговлей-то не учи, не учи! А если приспичило, купи себе цветы и торгуй как хочешь. Ладно, я все поняла. Держи свои 500 рублей. 1000! Как ты еще не 500 стоили? Не хочешь, не бери! Ладно, хорошо. Почему в некоторых программах откровенно говорят про то, про это, а потом уже подробно показывают, как нужно делать то, о чем мне стать вообще говорить нельзя? Это как потом называется, да? А я чё? Правда. А как это боевики, вот эти марокканские, убийцы, насильники, извращенцы одни? Это что такое? А ток-шоу, разве ток-шоу? Это цыплячий двор какой-то. Пи-пи-пи-пи-пи-пи, да ты сама пи-пи-пи-пи-пи, да я тебе пи-пи-пи, да пошла ты. Надив, я на мумии изнасиловала трактор?